Шимочка моя хорошая, привет! Блин, и два включила, как здесь? Я же разбираюсь, на Ютубе сегодня нету. Ой, блин! Все убавила. На Ютубе сегодня, короче, нету. Как меня слышно? Пока напиши, как слышно. На Ютубе нету, потому что вообще не могу зайти туда сегодня. Вообще. У вас что, как дела с Ютубом обстоят? Пишите, мои хорошие. И слышно или видно меня? Так. А как, Шивочка, мне тебя сделать-то? Как мне тебя сделать? Так, подожди. Это мне куда-то тебя забанить могу, отстранить могу. Блин. Нет. Арс, здорово! Привет, мой хороший, привет! Рассказывайте, меня слышно вообще или не? Подожди, я слышно говорю, что-то вы молчите. Нет, я слышно говорю, у меня идет. Так, а если я тебя, знаешь, как утащу? Так, раз, два. Мои хорошие, пока пишите, как у вас дела, как чё. Я вот здесь хочу разобраться. Шивочке мне надо ордер вручить. Этот, шпагу. Так, как она делается? Так. Вот, например, я тебе даю. Сейчас будем сразу разбираться, походу. Так. Так, ну-ка, лови, моя хорошая. Оба-на! По-моему, получилось. Да, получилось. Меня тут, короче, поздравили. Меня поздравили, у меня все получилось. Френд, здорово! Здорово! Так, вот тут больше не показывает, закрыть. Вот, Шивочка! Правильно же? Шива, это же ты? Виола, которая. Да, да. Не было слышно, да, не было слышно. Да, блин, сейчас я откроюсь. Так. И... раз. Сейчас посмотрю, какая здесь задержка. Ну, я вот уже давно тыкнула, и все-то я не могу себя видеть. Где я? Где я? Вот она я! Да, да, да. Я модера не всем даю, ну-ка, это только через год. Через год только. Да, да. Чего новенького-то у вас? Наверное, что-то произошло очень много, очень много. У меня дела были печальные, сейчас все хорошо. Поэтому у вас, наверное, было веселье. Какой фильм смотрели там в Дискорде, там в норе в этой? Мы сегодня, кстати, по звуку-то что, нормально? Мы сегодня... Стой, надо мне как-то вот так вот уйти. За финалем резик. Да. Ой, спасибо, Шивочку. Ну кто еще скажет это, кроме Шивы? Спасибо, мои хорошие. Да, спасибо. Вот, вот. Мальчик, крот, лис и конь. А, нифига вы там куча. Это что, все анимешки, Арс? Вот твое имя аниме, призрачная красота. Ну вот у меня было совсем все не весело, не весело. Да, да. Че, как чувствуете себя на Твиче, кстати? На Твиче как? Я не знаю, я-то, блин. Я вообще на Твиче вот новичок, новичок. Я только сегодня, ну вот, сейчас начали, я вообще заходила, так что-то посматривала где-то. Но чтобы я зарегалась тут давно, такого не было. Угу. Красное уведомление. Угу. Фильмы, мультики, аниме. Фрэнс, отстань от Ютуба. Когда площадка болеет и непонятно, что с ней может быть, зачем вы к ней прилипаете? Я понимаю, когда блогеры, там, я не знаю, стримеры, летсплейщики, миллионники или сотни тысяч, да даже десятки тысяч. Жалко. Жалко. Но если там нифига нету, чё за нее цепляться-то зачем? Зачем за нее там цепляться, вот так вот держаться, какие-то обходы искать? Нафига? Ну, я имею чисто для стримов. Конечно, тут видос не выложишь. Чисто для стримов. Имба тебе. Это просто дело привычки, Фрэнс. Это дело привычки. А здесь тоже много плюшек, говорят. Здесь просто надо разобраться. В смысле Тоха сидит? Так, Шива, я стрим на Ютубе не запустила, потому что у меня не запускается, у меня не открывается Ютуб. Зови его сюда, он чё, блин?
Как он там один? Нет, он не может там сидеть один. А подожди, я же там запланировала трансляцию, кстати. Он, наверное, там что-то написал. Пусть идет сюда. Так, где? Вот. Точно! Да блин! Тоху занесло. Но я не могу там включить. Не могу. Пусть сюда идет. Да, пусть сюда идет. Ничего не знаю. Я, блин, у меня, понимаете, у меня вообще не работает ничего. Угу. Мурга? Троид? Тоха, это ты? Это я, Тоха. Да блин, почему вы разные-то? Почему вы здесь разные? Я вот теперь буду путаться. А что такое Мурга? Марга? Мурга? Как, Тоха, ты куда пропал-то, кстати? Ты что, там женился второй раз или десятый? Что там с тобой? Всегда, когда пропадает Тоха, вот, Тоха, не в обиду тебе, но всегда, когда ты пропадаешь, я думаю, очень плохие вещи. Очень плохие вещи, думаю, представляешь? Да, Тоха-то, подожди. Подожди, Тоха. Стой, Махар. Сейчас я тебе тоже дам, и мы пойдем. Это все бывшие модеры. Все бывшие модеры я вот так беру. Да, но новеньких модеров нету. Вот так копирую. Вот, и сейчас тебе тоже дам. И пойдем сразу начинать. У нас сегодня план закончить. План закончить это все. Так, сообщество. Блин, тут еще, видишь, разобраться надо. Управление. Но не так все сложно, не так все сложно, но. Но. Так, оба-на. Например, да, вот ты здесь один, ать, получай! Так, сейчас я выйду. Ой, запуталась нафиг сейчас вся. Ой, вы не представляете, я так долго не играла, что вообще... Я уже все забыла, я не знаю, мы сейчас будем блудить 3 дня. Да. Нет, Фрэнс, через год, Фрэнс, да. Мурга-троид. А что это? Из какой-то игры, ага? Да, Арс, всем дадут и пойдем, да. Не, Фрэнс, это не надо, это вам будет неинтересно, и это не надо. Я там в ТГК, в телеге написала немножечко. Тоха, кстати, в телегу иди регайся еще. Иди регайся еще в телегу. Надо, там весь срочняк. А ты, кстати, напиши, что у тебя. Тоха, что с тобой случилось? У нас, кстати, блин, 2 из 3. Ну вот теперь надо искать, куда 2 из 3. Сейчас выйдем потом вниз, ладно, там посмотрим. Нет, плати, Фрэнс, 100 тысяч. 100 тысяч. Вот сегодня бота настроила, я Найтбота настроила на YouTube. Там еще что-то добавила много всего, представляете, и все. И что, и все, лучше бы здесь его сделала. Да. Я не женился. Просто замучился лечить YouTube, интернет и ругаться с провайдером. А, у тебя вот это опять тут. Так у вас сейчас-то что, нормально YouTube работает вообще? Или вы вот эти обходы сделали? Потому что я это... Я что-то и не хочу как-то. Ничего-то я не хочу и как-то. Смотри, как на Твиче классно. Я когда-то заходила сюда очень давно, когда еще начали на Трова стримить. У меня горело красным. У меня горело ОБС на красным. Он просто не давал мне. Он просто не давал мне здесь стримить. А в этот раз, слушайте, классно. А в этот раз классно. Я раз и сразу все поехало. И сразу у меня все получилось, представляешь, что? Да. Так, ну пойдем искать еще один какой-то вонючий этот предохранитель. Я же не помню, где мы были-то. Так, давай. Угу. В телегу мне пока не судьба, спама, как комаров на болоте. В смысле? А, ты сделал обход. Вот Фрэнс-то тоже обход сделал. Где там лучше-то, Фрэнс? Там, знаешь, где хорошо? Где нас нет. Вот там хорошо. Так, я еще вот в эту сторону схожу, подожди. Ты так вообще...
вообще не найдешь, где что лучше, где что хуже. О! Кстати, звук нормальный у вас? Патронтаж. А чё он, в смысле, это что такое-то вообще? Деталь для дробыша повышает скорость перезарядки, давай! Давай! Дя, дя, дя. Блин, Фрэнс, ты же точно там! Ты же точно там! Угу. Стёпочка! Стёпа, это который модер, Стёпа? Если чё, говори, я тебе, я всем бывшим даю. Стёпа, и рассказывай, чё, как твои дела. У нас, представляешь, тут сохранялка была. Сохранялка была. Ну и всё, чё. Ему, получается, нам осталось найти всего один. Всего один. Но где он? Я вообще фиг знает. Тут какие-то штуки. А, это я сверху вышла. А, это я сверху вышла. Тырым-пырым. Так, это я иду туда. Я иду туда. Хорошо. Здесь, короче, можно вообще заблудить. Угу. Да, Степа, я не могу туда. Не могу туда. Технику разносил. Давай, Фрэнс. Блин. Подожди, Стёпа, я сразу. Я сразу, чтобы все у нас было чики-пики. Сейчас. Вот, что-то у меня лагануло. Что-то у меня лагануло, и что-то, слушай. Отстань. Да блин. Вот так, давай сделаем. Не могу. Вот видишь, когда игра, блин, я не могу сюда выходить. Так, давай, Стёпа, я тебя хватаю. И раз, и два. И потом я несу тебя вот сюда. Аккуратно, бережно. Стёпочка, у тебя что нового вообще, рассказывай? И потом я тебя вот сюда. Вот сюда. И потом я тебе вот так вот. Сейчас как припечатаю. Так, это ты, слушай? Тут нифига, тут столько много всех. Ну давай вот этого первого, да? Вот этого. Это, наверное, ты. Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим. Лови. Вот, ну-ка. Ну-ка, что-то напиши, Стёпочка. Там потому что куча всех вылезла. Ты не ты. Жени... Стёпа, как они могли? Они там сами все переженились. Эй, вы чё, Стёпочку? Стёпа, кому тебя отдали? Стёпа, кому тебя они посмели отдать? Это что такое? Я к вам не буду туда заходить. Ну вас нафиг. Вы там тоже жените меня. Ужас ужасный. Жените. Так, пойдем туда. Сходим. Так, здесь мы забегали, хорошо, я просто вспоминаю, где мы были. Здесь мы забегали, все взяли. Правильно, правильно, да, в углу. Надо пробежать теперь каждую эту. Это не я. По-моему, Арс, это ты там вот это все творишь. Ты там все вот это творишь. Кошмар. Ну, а может быть, это все и хорошо, не так уж и плохо, между прочим. Так, это я могу выехать отсюда. Ну, давай попробуем. Забыла я, где была. На некой Яра? А, там, по-моему, две девочки, да, появились в этом, в Дискорде. Две девочки появились. Потому что там им дали этот... Милашки роли, но это девочки, значит. Блин, Стёпа, ой, не знаю. Ой, не знаю, наверное, это не так уж и плохо. А может быть и плохо. Так, это сюда нам надо. Блин, поехали. Надо в другую сторону идти. Это мы здесь были. Вспоминаем, вспоминаем. Какой-то один остался найти.
А, на твоей сестре! Живо! Ну это твоя сестра просто, интернетовская, да? Да. А, ты их пригласила? Тимоята. Тимоята расширяет у нас там круги общения. Общение расширяет. Тоха, у тебя-то по-любому что-то должно случиться было хорошее. Ты давай это, что-нибудь рассказывай нам. Что-то интересно, 100 пудов есть. Родная? В одной комнате, которая живет. Короче, всю родню, ага. Так, здесь были, запоминаем. Короче, здесь я была. Ладно. Ладно. Вот этот лабиринт вонючий. Я сейчас тут застряла вообще надолго. Я в тот раз, помню, ходила. Так, 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 так. Ну, пойдем тогда выезжать отсюда. Здесь мы все собрали. Что тут надо-то? А вообще, я думаю... Что думаете насчет ютубчика-то, мои хорошие? Кирды-верды, да? Кирды-верды, наверное, уже. Потому что... Что-то все печальнее. Все печальнее и печальнее. У меня вот с мобилки... О, кстати! У меня вот с мобилки, слушайте, с мобильного интернета. Вообще лепота. Но это с мобильного интернета. А если у меня вот проводной вот этот интернет, вообще вот сегодня я успела запланировать трансляцию, но потом оба-на и войти вообще зайти не могу. Лариса Гузеева. Не, давай лучше это, сваха-то которая. Сваха-то у них там, как она, блин, по-другому-то. Так, сейчас, погоди, здесь была. Мне она, кстати, там больше нравится. О, патрончики. Которая сваха-то, сваха-то, сваха-то. Но я больше на нее похожа. На эту сваху. Вот, здесь, по-моему, не была. Угу. Ой, Дарс, кому нужны твои гаремы? Вообще, нет, ты сначала сам женись, а потом уже нас туда. Угу. То мне по-старому единственная радость, что вновь с дочками уйдет. Тоха, ну нам тебя не хватало. Нам тебя не хватало, ты чё? Нельзя так надолго, нельзя. О! Так, а чё, спрыгнуть не могу? Давай тогда съедем. А ну как, подожди, подожди, мне надо туда. Вот здесь я не была, всё, здесь, наверное, третий предохранитель. Да! Я вообще не люблю, когда кто-то есть, 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 а потом оба и куда-то пропадает. И непонятно, что с человеком случилось. Непонятно. Но все мы люди, видите, с нами все может случиться, даже самое плохое. А не хотелось бы. О, высококачественный порох, подожди, а я могу что-то с ними сделать? Нет. Пока не могу. А, вот здесь точно не была. Здесь точно не была. Ага. ВПН наше все. Но, Степочка, это возможно ненадолго все. Я сейчас, пока тебя не было, Степа, говорила о том, что зачем держаться за площадку прилипать. Пусть она переболеет без нас. Ну пусть переболеет, зачем? Угу. Если я женись, Огарева не будет, я одна люб. Иди ты, с тобой неинтересно. Скучно ты, Арс. Прогу. Вылечился легко и быстро. Так знаешь, что, Тоха, там это же вообще... Ой-ё, подожди, что зашипело? Столько способов, я не знаю, и мне наскидывали, и я ходила сама. То ли это один и тот же способ, я не знаю, то ли это несколько разных. Наверное, один и тот же. Я там боюсь, знаете, что, затащить какую-нибудь вирусню. Вдруг какая-нибудь вирусня будет, что делать? Стой! Нифига, их там сколько! Перезаряжай! Да, вот здесь мы не были. Вот здесь мы не были.
Вот он! Это третий предохранитель. Ну, вроде все. Вроде все. Подожди, а здесь что-то есть? Вот здесь-то. Конечно, нифига себе, сколько пороха! Так, чё? Нету места? Так. У меня отмычек еще дофигища. Давай вот эту траву вообще выбросим. Ну или сейчас посмотрим. Блин, опять. Давай выбросим эту травку, она мне не нужна. Вот эта красная, она вообще... Я всегда плохо о ней думаю. Так. Ну вот, видишь, как классно, кайфно. О, все зачистили, все зачистили, все взяли. Можно сейчас уходить. Угу. А я была не прочь, девочек горем. Ой, ссылочка. Ну-ка. Ты должна быть скромной. Шутка, не слушай меня. Не слушай эту мать, старую мать. Да. Говори за себя, для меня YouTube не только развлекательный контент, но и большое количество руководств научно. Да, я об этом и говорила, что если вот чисто стримы, то это вообще можно не держаться. Да. А остальное там выше крыши, конечно. Годами копился весь этот контент, да. Ну, я говорю, я это все там не смотрю. Как-то я же недавно всем этим увлеклась, и у меня просто времени раньше не было. Вот. И поэтому я за него еще сильно не зацепилась. Да, привыкла. Мне знаете, что обидно? Что, блин, Трова, помните, кто был? На Трова мы были. Я ее изучила от и до. Плюшки, фистифлюшки вот эти все. И что в итоге? Ушли оттуда. Время потрачено. Потом этот YouTube. Все изучила досконально. Что, кого, что, где. Опять плохо. Теперь пришли сюда. Вы представляете? И чё? А, ВК Play Life еще есть, кстати, да. Ну, беда там, беда. Мои хорошие, кто на ВК есть, идите сюда к нам, потому что я там не вижу чат. Я не вижу чат. Угу. Вот всеми силами к тебе рвалась... А-а-а, ой, недоглядная теловаска, не лугайся на батьку. Ой, батька. Я говорю, как только пропадает Тоха, я думаю, самое плохое. Тоха, прости. Ну, потому что с каждым разом мы все ближе к земле. Поэтому, да ладно, кто молоденький пропал. Он там, значит, может быть, там женился, крестился. Что-то, значит, гуляет. Да поменяй! В смысле? Вот, это что касается молоденьких. Мы с тобой, Тоха, одной крови. Поэтому я стала за тебя переживать. Думаю, не дай бог. Не дай бог. Наш Тошик. Что-то как-то где-то. Мы его оттуда потом не вернем. Так. Ну, Тоха, я шучу, ты же понимаешь. Я любя это все говорю. Четко без вируса все. Ургатроид, имя вымышленного зверька, компаньона, космонавта-разведчика, животинка была разумна и могла лопать любую отраву. Просто я же на программиста буду учиться, да, и в 3D-моделировании, пикселяр. Да, тебе это надо. А я, мне как-то, знаете... Я и как-то не рвусь там что-то исправлять. Вдруг совсем там будет плохо. Я опять боюсь вот этого всего потраченного времени вонючего. Нафига? Вот это все, нафига? Я уже устала, знаете, вот эти все. Куда-то в пустоту все вот это дело, делать в пустоту. Иди оно. Заработает, приду. Буду каждый раз проверять, каждый раз там пытаться что-то сделать. Вот эту запись. Тем, кто смотрит записи, вдруг у меня получится выложить записи. Да обязательно в записи буду, потому что здесь они не сохраняются, а жалко. Трансляции здесь не сохраняются, а очень жалко. Очень жалко. Так, куда? Вот это, наверное. А, подожди. Во, мы сейчас отсюда выйдем, правильно? Ну-ка. Чё это? Наверное, куда-то сюда. Угу.
Разверёнка книжечка была. Да, Арс, если ты пропадешь, мы будем думать только хорошее. Да, если ты пропадешь, только хорошее. Переживать сильно не будем. Ну а что делать? Что делать? Так. Так, подожди, я в какую сторону-то мне надо? А... Да, да, нам вот сюда. Лома, мы еще не добьете. Я представляю эту картину, Тоха, представляю картину. Кстати, Тоха, ты же модер, я там модером в Дискорде. А ты есть в Дискорде? Нет у тебя в Дискорде, Тоха. Где-нибудь зарегайся, я тебе чтоб в личку-то что-то написала. Или я тебе в ВК давай напишу, там наши правила все. Твичевская вся вот эта фигня. Надо, надо. Вдруг нас атакуют хулиганы. О! Вот, например, как вот здесь. Видишь, что? Это будет опасно. Так. Вот так вот их. Одним ударом. Ага, ага, ага. Ну-ка, давай еще. Ой, как я скучала по играм. Вы даже себе не представляете. Мне охота, я думаю, ждала, думаю, ёлки-палки! Это же ужас! Надо подумать, в какую игру пойдем дальше, потому что, ну, сегодня я хочу закончить вот эту вот. Хочу закончить! Так, ну, оставляем! Оба! 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 Следуйте за Николаем! Давай! А, ты не оставил комментарий. Зато теперь ты не скажешь, что не оставил комментарий. Подожди. Так если я буду выгружать-то видосы-то, ну зайди. Какой-нибудь поцелуйчик оставь. Я ни на что больше не претендую. Жадина. Он смылся. Кто? А? Что он здесь делал? Мужик какой-то же был, помните, в прошлый раз-то? Наверху. А, это сохраняшка? Подойди, подожди, давай сохранимся. Сладоглаз моих, береги себя, мне такой шедевр вновь уже не сотворит, и единственная, боже мой, Тоха. Извините. Тоха, спасибо тебе. Вот не хватало мне тебя, не хватало, да, да. Спасибо тебе, мой хороший, спасибо. Чё тут? О! Неоконченный журнал. Ой, боже мой, 26 сентября. Угу. Угу. Нет, Степа, я думаю, что... Я же... Да, если вдруг я сегодня опять не смогу зайти в YouTube, я сделаю вот этот весь обход, как вы, сделаю. Ну и буду туда загружать. Ну жалко, когда трансляция не будет сохраняться. Ну чё, ну за... Это чё, не... Охота, чтобы где-то она... А она где сохраняется? А, на ВК Play Life. Но я не знаю, там она как долго сохраняется. Кстати. Угу. В смысле есть ты в Дискорде? А ты кто там? Да ты замотали, там разно называетесь. Да в Дискорде я чаще с ботами общаюсь, чем с народом. Там все неактивны. Арс, смотри. Слушай, мать. Матерь, слушай, сюда. Сюда. Это очень сложно. Вот я же всегда прошу всех, оставьте комментарии под стримом. Помнишь раньше? Фиг кто оставлял. Ну, кроме вот вас некоторых, да? А людей-то же все равно побольше приходило. Это очень сложно заставить человека что-то сделать. Вот в плане вот такого, что ему не важно. Понимаешь, в чем дело-то? Очень сложно. Вот в этом вся и трудность. А от этого же зависит продвижение. От этого вот в твоем случае зависит твое времяпрепровождение, да, или как там правильно, что тебе веселее будет там с кем-то вообще. Вот. А им пофиг. А им бессовестные. А им пофиг всем. Угу. Угу.
А как он там называется-то, Тоха? Напиши мне потом в личку, я тебе сброшу правила. Так, в 13:00 вошли в ПС, наблюдаются редкие волнения, перехожу к заданию. 5 офицеров полиции вступили в бой с 20 противниками, уничтожены за 20 минут. Попытка попасть в универ... Кстати, Тоха, ты почему не говоришь мне про прическу? Ты-то еще не видел вот этой всей тягомотины. Так. Попытка попасть в университет. Стая, в том числе собаки, ушла в кампус. В 64% случаев заражения и обращения происходит через 2 часа. Выживших нет. Встреча с отрядом МВ. На рассвете пробуем в первый раз. Увели стаю к мосту, к посту командования. Результат — ночное сражение в Варгре. Еще не могу читать. Результат — ночное сражение в ограниченном пространстве с крупным отрядом. Видеозапись прилагается. Окончание сражения — 7 выживших. Неизвестное биологическое оружие применено в точке D18. В соответствии с приказом преследую его. Судя по всему, оно охотится. Контакт с 2 бойцами из Старс. Мужчина заражен и женщина. Биологическое оружие преследует женщину. А женщина — это я. Снейк? У нас же, кстати, есть Снейк. Змея-то. Это на Ютубе. Ну ладно, буду иметь в виду. Напиши мне в личку, там я тебе сброшу правила, Тоха. Это надо. Вдруг завтра 1 000 000 подписчиков придет. Что будем делать? Как будем от них отбиваться? Представляешь? Они забавные, я тебя люблю. А мы как будем с ними бороться? Женщина вступила в контакт с отрядом. Судя по внешности и повадкам биологического оружия, оно относится к проекту N. Провожу расследование. Биологическое оружие замечено с обычным оружием. Судя по всему, оно твердо намерено уничтожить ДВ и хорошо знает город. Можно его запечатлеть ли? Метаморфозы в биологическом оружии после столкновения с ДВ. Видеозапись прилагается. ДВ заражена, реакция отрицательная. В соответствии с приказом получен образец. Угу. Стёпа, я там сокращенно написала именно для чата, там еще для стримеров куча всего, куча правил, но я чисто вот для чата, которые должны в чате быть. Они у нас, да, ты правильно заметил, они у нас под одним, значит, запрещены разговоры, там гифки и все прочее порнографического содержания, то есть это все запрещено. Да. А они там уже конкретно что-то кого-то расписали. Но я не думаю, что мы тут как-то будем это все... Я не знаю. Ну, короче, не знаю, мне кажется, это вообще... У нас было то же самое, но кратко. Это все входит в это, то, что у нас было написано. У них тут прям вообще... У них главное... Блин, вообще правила, они адекватные. Ну, вообще-то. Да, точнее, смутился ты. Прошло более 17 часов после заражения вирусом. Обращение происходит медленно. Судя по всему, у нее иммунитет. Короче, Кой из отряда МВ получила вакцину и ввел. Кажется, ДМ готова к оценке боевой эффективности. Прошло 20 часов после заражения. Биологическое оружие действительно проект N. После столкновения оно меняется, эволюционирует. Спровоцирует дальнейшее столкновение, чтобы получить более подробные сведения. Да. О! А, кстати, у вас звук игры-то есть или нету? Джилл! У меня вообще громко! Тейрел. Я пробился. Они готовы к переговорам. Они отменят удар, если... И это охренительно, если... Если мы отдадим им вакцину... До запуска. А, кстати... Сколько у нас времени? Пару часов, максимум. Тогда поспешим. Сюда. А, кстати, вот вообще качество на Твиче хорошее или нет? Вот вы смотрите. Качество какое? Так, подожди, мужик, я сейчас посмотрю. Вот сохранялка, все вот эти вот дела. Ну и все, пошли. Вакцина должна быть там. Ой. Чувствую, сейчас что-то будет. Так, а там и где вообще? Блин, какой-то коридор. Нафига, я смотрю, оружием-то обвесилась вообще со всех сторон. Может, тебе отдохнуть? И потерять время.
Я тебя прикрою. В смысле? Ладно. За дело. Так, у меня что? У меня пушка какая? Так, у меня дробыш, если чё. Вообще на чужого! Видели? Чужой! Пошли, мы близко! Нет! Ой, ну все, капец! Бедный! Бля! Ужас! Беги! Да блин! Я думала, я сейчас сама буду от него убегать. Почему всегда в играх мы теряем партнера? Найдите вакцину. Вот прям теряем. Сами остаемся живы или он нас спасает, короче? Ой, блин. Так, какая-то комната стерилизации. Он, наверное, вот эти, которые все лежат, он, наверное, встанет сейчас. Ключка нету еще. А может, нам сюда и не надо эти ключи? Блин, наверх еще можно. Наверх сейчас и пойдем, потому что это сохранялка. Правила сотрудников. НС-2. Вниманию сотрудников. Этот центр исследования Т-вируса ставит несколько иные цели по сравнению с основным НЕСТ. Здесь мы изучаем реальные проблемы, связанные с появлением нового биооружия. Например, необходимость новых вакцин против Т-вируса и средств подавления биооружия. Некоторые стороны нашей работы сопряжены с риском, поэтому от всех сотрудников требуется строжайшее соблюдение правил. В частности, незаконное проникновение на территорию, удаление рабочих данных или материалов повлечет суровые дисциплинарные меры. Работать в величайшей исследовательской корпорации мира – большая честь. Мы делаем революцию в науке. Помните об этом и не отступайте от инструкций. Карта! Карта! Так, подожди. Подожди. Вот еще, блин. Так. Ну я ее ни с чем не смешала. Ладно, у меня пока, короче, есть дофига. Ну здесь что-то еще можно взять. Как это красненьким горит, почему? Что-то еще не взяла? Нет. Все взяла, что надо? Вот баночка. Это высококачественный порох. Но я его, получается, не объединю ни с чем. Нет, я его ни с чем не объединю. Все, поехали. Так, а мы взяли как... мы взяли карту. Мы просто взяли карту. Страшно. Кстати, эту... как она... Эту будем проходить, допроходить, знаете, какую игру-то начали. То есть мы там до середины дошли. Made of Sterta. Блин, или как она правильно, я уж забыла. О! Так, подожди, я отсюда пришла? Но здесь, наверное, закрыто. Конечно! Бум! Нифига я ему черепушку разнесла, видели? Дневник Айзека. А Айзек, он был в этом... Dead Space-то, помните, там же Айзек какой-то. Да, и тишина в чай. Мы будем проходить этот, который... Made of Skerta.
Или как он называется, я забыла. Там половина. Мне обещали щедрую зарплату и солидные льготы, но больше всего манила возможность поучаствовать в разработке суперсовременной медтехники. Для университетского преподавателя из захолустья это был шанс всей жизни, как выигрыш в лотерею. Так что я согласился, уговорил семью, и мы переехали сюда, в Ракун-Сити. Как говорится, где были мои глаза? Это не лаборатория, а логово монстров. Их жуткие эксперименты проводятся с одной целью. Выяснить, как самым мерзким образом убивать людей. Нужно сообщить об этом, мир должен знать. Но каждый раз, когда я набираю в грудь воздуху, я думаю о Пенни и Кейси, и вся храбрость улетучивается. Тут в городе все пляшут под дудку Амбреллы. Один парень хотел украсть данные исследования, так его скормили одному из бет. А, скормили? Я все это видел. А у меня жена и дочь, ради них я должен работать и молчать. Но я пишу это, чтобы вы знали, у меня есть совесть, и я усвоил урок. Да. Угу. А чё, а почему у тебя стрим на полэкрана, Арс? Там, знаете, если в ВК смотришь, да, там стрим на полэкрана. Потому что там или чат читаешь, или вот это вот все делаешь. Да. Мейдовскер, да, правильнее. Я за то, когда бить надо. Да кому ж она неинтересная, Степа? Может, ну ее? Или сделать голосовалку в ТГ? Телеги! Пип! Там же она, получается, ходилка-бродилка. Ну, может быть, надо да пройти. Надо. Потому что, ну чё? Чё, я зря её бесплатно с эпика взяла, что ли? Сейчас зайду туда, подожди. Тут-то ничего нету? Тут пусто совсем. О! Боже мой, тут какое-то большое, огромное что-то. Ну давай я вот так... А высококачественно. Я, по-моему, брала уже, да, порох? Да. Высококачественный порох для револьвера? Ты же встанешь сейчас, да? Схватишь меня за ногу. Как думаете, вообще пройдем сегодня, нет? Что-то... Не, ну мне кажется, там осталась лилипучка совершенная. Лилипучка. Я... О! Для начала синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. В смысле, какие материалы? У меня их нету. А, вот эти отмычки можно уже выбросить. Подожди, это не то, это не синтеза? То. Синтеза? Да. Мне что, самой все делать? Вот именно, сейчас опять надо что-то искать. Подожди, вот эти мне выбросить, да. Ладно, разберусь. Ага. Надо что-то найти, конечно. Очерк о синтезе вакцины. О роли антигенов и усилителей в синтезе вакцины. Так, короче, старший научный сотрудник. Чтобы создать наиболее эффективную вакцину, требуется как антиген, так и усилитель. Антиген отвечает за иммунный ответ, а усилитель повышает эффект такого ответа, ускоряя выработку антител. Короче, надо какой-то антиген найти и усилитель. Смешав образцы этих двух ингредиентов, можно создать мощное сырье для вакцины. Наше оборудование позволяет с поразительной легкостью получить из этого сырья большие объемы вакцины. Более того, мои специальные образцы антигенов и усилителей максимизируют выработку антител, будучи в 1000 с лишним раз эффективнее обычных материалов. Возможно, так мы получим не просто вакцину, но и средства для полного уничтожения инфекции. Ой, не знаю... Ой, там что-то страшно. Так, там я все обошла. Давай теперь вот эту сторону походим, посмотрим. Здесь, наверное, что-то должно... Так, а что? Ой, сделай... Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что тут у нас? Сделай сама! Ключ разблокировки изъят. О! Флеш-накопитель? Так, а что он делает? Ключ для чрезвычайных ситуаций позволяет сотруднику отменить протоколы безопасности при необходимости срочной эвакуации. Короче, его куда-то надо воткнуть.
А вон еще пульки не взяла, блин. Я там еще что-то не взяла. Давай пойдем. Так, с какой стороны-то они были? По-моему, стой. А слушай, сюда-то же я не воткну, да? А, можно? А, нет. Ладно, я так и знала, что нельзя. Где пули? Нет, они же здесь где-то. А, я до них еще не дошла. А, вот они лежали, я как их не заметила. Так. У меня, прикинь, у меня везде по 60 патрошек. По 60 патрончиков везде. Угу. Угу. Просто на Ютубе чат можно было сделать по видео, а тут нет. Ну, видишь, везде свои. Ну, Арс, ради меня, ради меня, ради меня. Справься с этой ситуевиной, пожалуйста. Я не думаю, что там много. А так, может, кто с Твича придет на хоррор-то. Степа, этот хоррор, он должен быть популярный. А это то, что... Вот этот мейд, Maid of Scare, она же не популярная. Наверное, вряд ли. Она скучноватая там. Не знаю, посмотрим, мои хорошие. В смысле разорвешься? Шива, что ты там делаешь? Что там делаешь? Разорвусь. Ой, веселая банда у тебя... Да, поболтали вы там уже? Я думаю, что они молчат в чате, а они в Дискорде болтают. Тоха, ты что меня бросил? Тоха, не ходи к ним. Не вздумай разрываться, доченька, ты нам вся целиком нужна. Идите вы. Я думаю, они тут внимательно смотрят, слушают забавку. А они там, короче, бросили-плюнули. Бросили-плюнули, так сказать, смачно на меня. И веселятся там все. Тоха, ты будешь с нами там смотреть какие-нибудь фильмицы? Так. Обычно в воскресенье. В смысле, это что? Все, это тупик. Это... А, мне нужна вон та лаборатория, инкубационная какая-то, короче. Короче, нам надо назад. О-о-о. А, мы взломаем те две, все, я поняла, которые горели красненьким, мы просто тупо их взломаем. Да, да, угу. Тоха, они там капец, я тебе говорю, они-то там женят тебя. Женит тебя. А оно тебе надо? Они найдут любую. Даже любого. Тоха, помнись, пожалуйста. Потом не говори мне, что я тебе не говорила. Понятно? Ой, не говори, Тоха. Я тебе желаю добра. Всего хорошего. Да, светило. Вчера зашел на минуту, а ужел... Да. Степа... Вот так и хомутают быстренько. Вот так всех их хомутят, короче. И в реальной жизни, прикинь, так же будет. Поэтому ты держись. Так, давай попробуем здесь. А вот у нас вот это. Да! Маркировка отменена. Ну я так-то... Так я тебе говорю, Тоха, там всех могут найти по предпочтениям. Слышу, что-то потуши. Так. Так, есть ход наверх? Да блин! В смысле, их что-то тут много, товарищи? Блин! Я не видела тебя! Блин, перезаряди! Чё это я расслабилась-то? В смысле? Капец! Они живучки!
чё, пули вообще не берут, что ли? Я вообще капец. Я в него, я же в тебя попадаю. Я так не играю. Так, давай вот так вот. Но это мы одного бортанули. Ага, он тоже, блин, встает. Нет, я не буду тратить. Буду, это что? А у меня есть какие-то бомбы? Блин. Да сука! Не, так они почему? Слушай. Так, внимание, давай одну сожрем. Да капец, они почему так долго-то? Нет, Степочка. Нет, я не преувеличиваю, все возможно. Они что, может, зависли у меня? Подожди, что у меня есть? Ну, блин, у меня один снаряд, этот мне неохота. Что еще? Дробыш, у меня вообще ничего нет. Это же беда. Только не говори, что он сейчас там встанет. Ага. Какая-то херня происходит. Почему? Угу. Вредина и переборчивый. Нельзя ликвидировать, ты думаешь? Живучий, да, Тоха? Ты, главное, живи. Ой, да Тоха, да ну тебя, да ну. Я невероятно постарела. Я невероятно постарела, ты не представляешь. А вон того-то как пробежать? Да в смысле? Так мне надо было туда, наверное, скорее всего. Фу-фу-фу. Так, подожди, что это? Там стопудов какая-то штучка есть. Так можно убить-то. Образец культуры. О, образец антигена. Антигена. Это точно понадобится.
Читай! Запрос на выдачу оружия. Короче, уважаемый, настоящим я официально прошу о выдаче всем сотрудникам, участвующим в приемке и ликвидации подопытных экземпляров, того же оружия, что есть у отряда по биосинтезу. Эти экземпляры менее опасны, чем наши биопродукты, но, по моему мнению, оружие все равно желательно. Причины указаны ниже. Недавно некоторые экземпляры мутировав приобрели высокоразвитые способности к регенерации. Наша команда называет эти экземпляры бледноголовыми. Мутация проявляется регулярно. Но причина ее до сих пор не выяснена. Поразительная скорость регенерации делает трудным нанесение смертельного удара с помощью стандартного оружия. В случае какого-либо ЧП на нашем предприятии мы, к сожалению, не сможем эффективно защищаться. Да, у нас нет оружия. Поэтому я прошу предоставить всем сотрудникам более мощное, способное уничтожать бледноголовых. Это позволит нам быстро ликвидировать угрозу и эвакуироваться в случае ЧП. С уважением, благодарностью, Рид. Вот! Да в смысле отцепись ты от нее? Так, вот что-то ключи какие-то или порох. Да, я вышла, там все. Чё, я взяла какой-то... Я же его ни с чем не могу объединить, а? Ни с чем не могу. Да Тохо! Ой, Тохо! Ну тебя! Да, зря патроны, у меня куча патрончиков было, зря. Ну потому что чё? Так, здесь то, блин, назад надо идти сейчас. Так, здесь я всё? Всё, надо назад, короче, тырым-пырым. Вон там ещё какая-то инкубационная лаборатория, 100 пудов надо. Так. А подожди, зачем я сюда-то выхожу? А, потому что здесь закрыто же. Подожди, здесь же закрыто. Да, здесь закрыто, хорошо. Здесь тоже все. Ну тогда их надо пробегать. И чё? А каким оружием-то я... И как, и что? Еще обнаружил охотничьего песика, потерялся бедняга. Потихоньку прикармливаю. К зиме, глядишь, вольер сколочу, да заберу парнишку. Хороший он, дружелюбный. Не безобразничает. Ну, Тимоята. Я тоже, если я беру кого-то к себе, я беру вот дворняк. Дворняк. Угу. Ну, благо, бледноголовый не блещет интеллектом и скоростью. Так они, смотри, они мне преградили путь-то. Бима, Бим черное ухо. Хитростью нету у меня, Степочка. Они так и будут стоять. Между прочим. Ну, давай пробегу. Пошел херам собачий. Так, отлично. Отлично. Но дело в том, что... Так. Так, это туда. Блин, ну там, где они были, там, смотри, красненькое, там может быть что-то.
Ну, там могут быть просто тупо патроны. Боже. Комната стерилизации. Так, ну-ка давай посмотрим. Ага, и все. Блин, там красненькое все. Там надо. Там надо. Угу. 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 В смысле у вас так, Жарс? Да, красивое. А, 5 котов, кошек было с улицы. А, сейчас 4. Степа, ну можно и так. Тебе и так сойдет, скажи, Эдит. Что же делать-то? Смотри. Мне охота посмотреть, что там, но они меня загрузят. Давай, давай, давай я просто запомню, что здесь есть ход какой-то. И все, и пока мы отсюда свалим. Пока А, давай я сохранюсь. И просто, слушай, я просто хочу посмотреть туда пробежать. Может, что-то есть. Если меня сожрут, и ладно. Мы ничего не потеряем, если сожрут. Пойдем, чтобы потом не возвращаться сюда. Угу, угу. А, вспомни этот фильм. Черепахового окраса, очень красивый малыш. Ему около года полутора. А-а-а. А, тут ничего нету? Вон там что-то с другой стороны. Там что-то было с другой стороны. Ну, там, по-моему, просто фигня. Ладно, пойдем. Там, по-моему, просто фигня какая-то. Не пытаться поразить. По конечностям! Подожди! Надо им ноги бить! Да иди ты, ноги, ноги, хироги! Так, отлично, отлично, там ход. Подожди, а там что? Свали! Это правильное место мы пришли. Но там еще можно что-то было взять. Сейчас я подожду, чтобы он свалил. Вон возле того столика. Да, да. Про хитрость имел в виду следующее. Раздразнить монстров при помощи пистолета и сделать просто лишний круг для разворота. Ну ладно, я так. Орги, у тебя вляпалась. Я что-то взяла! Я что-то взяла! Блин, еще не все! Да иди ты, тут ничего такого нету. Все, ладно. Все, ладно. Траву сожрем. Предсмертная записка ученого. Это произошло. Худший сценарий. Каким-то образом случилась утечка Т-вируса. По приказу доктора Барда я должен заготовить вакцину в больших количествах. Я подготовил культуру антигена к Т-вирусу. Теперь нужно добавить усилитель действия, и я получу достаточно вакцины, чтобы спасти всех выживших. Образцы усилителя хранятся в инкубационной лаборатории. По коридорам уже бродят подопытные, но мне нужно как-то добраться до усилителя, пока культура созревает. Если я не вернусь, завершите процесс синтеза. Прошу, остановите эпидемию. Это меньшее, что мы можем сделать, ведь это мы сотворили весь этот ужас. Кстати, вы же не сказали мне, как качество на Твиче. Вот стрим вы смотрите как? Качество, качество как? Красная трава. Не с чем. Да что за штуки тут? Порох!
А, есть. Есть, да это обычные вот ручки. Обычные. А мне нужно что-то необычное. О, блин, подожди. Я еще с той стороны обойду. Мало ли что. Да, конечно. Чё это? Кислотные боеприпасы. Это у меня получается перезарядка вот этого. Да-да-да. Золотой сразу. Так, у меня еще есть эти, у меня этих. А, даже дробышевских два патрона есть. Хорошо. Ладно, пока их тратить не буду. Все. Все, стартанули. Угу. Ага. Ага. Нормальная? Ну все. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, что-то мне не нравится. Ой-ой-ой. А вот это источник питания. Источник питания? Подожди. Подожди, я тут все обшарила. Блин, туда можно пройти, стой. А здесь? Ну что на эту? Ты не откроешь, потому что тебя надо открыть. Ладно. Угу. В четвертом резике же был прицел, с помощью которого можно регенераторов. А, да, что там ищешь, где у них вот эти вот червяки. И стреляешь, да-да-да. А здесь нету такого. Тут уже конец игры, тут бы уже дали что-нибудь. Этого видишь, как хорошо мы сделали? Хорошо. Давай-давай, удерживай. Открыли дверь. Но мы не торопимся, потому что чё? Тут еще какая-то бяка. Ну в смысле? А, лечилка. Вот эти спреи я люблю, конечно. Я что, взяла их? Взяла, все. Все, ладно, пойдем к движке. Че, какой следующий резик будем проходить после вот этого? Какой хотите? Давайте пока пообсуждаем, какую игру. Будем дальше. Проходить. В смысле, что? А, вот. А там что, есть чат 18? А что, кстати, там за приват? За приват, что чат приват? Это что? Это как? Это что делать? Это ж... Нифига себе, смотри. Если они все оживут, короче, мы сдохнем. Это будет плохо. Смотри. Тут вообще разные образцы, видимо. Это тираны. Это тираны, да, да. Угу. Недалеко вроде бы? Шива, что вы там скрываете, проказники? Господи, так это тут их делают? Надо вас поругать! Взрывчатка! Так, а взрывчатка что, где, кого? Куда я ее взяла-то? Я не вижу! Ты взяла взрывчатку-то, мать? Я вас буду ругать, вы обнаглели. Вы отбились от рук. Надо с вами что-то делать. Иначе я вас потеряю, это кобзда. А, все взяли? Нифига, это просто. Смотри, какие они разные. А, ну в смысле разные, они одинаковые. А где... А, вот разные. Вот разные. Видишь, всякие разные. Угу. Очень милая фотка в этом канале, 18+. Ну, прочитаем. Пятый или шестой резик в коопе... А с кем его в коопе-то, Тоха? Да и вообще, он что, интересный? Вот если в коопе будем играть, я же потом с вами не буду общаться. А я хочу с вами общаться, а там не получится.
Я знаю, типа, с удовольствием, какой резик. Вот резик... 8. Резик 8. Вот прям вспомнить все. Может быть, даже на харде. Но если второй раз, например, что я его играть-то? На харде, может. Угу. Деточки уже планируют, кого на ком обженить. Арс 6 проходил. А, будни патологана. Блин, сейчас, наверное, будет босс какой-нибудь или что? Что-то меня терзают смутные сомнения. По-моему, тут все очень плохо. У меня мало патронов. Я все их зафигачила вот на тех, которые белоголовые. Угу. Поним... В смысле, блин? А, так это что, кислотные какие-то? Возьми вот этот! Ну, кислотой-то, слушай, они типа ошпарились такие и упали все. Да. Ну, у меня 6-й резик в стиме есть, если будет охота, свистни. А у меня его нету! Как я тебе свистну? Угу. Могу скинуть еще на меня за... Шивочка! Ай, подожди! Нет, нет, нет! Вот это Шива виноватая! Шива виновата ли я? А-а-а-а, что это? Взрывчатка! Взрывчатка, объединить вот с этим... У меня что? Внимание, спрей. Внимание, спрей. Хорошо. Да блин, тут рота! Плохо! Блин, хоть тот не зашел, слушай, хотя бы не зашел тот, дайте мне лечилку тогда. Выражение озабоченности. Выражение озабоченности. У меня есть, могу... А ты это про 6-й резик-то говоришь? Арс. Чё ты еще мне можешь дать? Уважаемый Франкель, доктор, позвольте сердечно поздравить вас и ваших коллег в европейском отделении Umbrella с завершением проекта Nemesis. Это без преувеличения настоящий прорыв в изучении биологического оружия. Внедрить паразита в мозг тирана, чтобы контролировать его извне, я восхищен этой революционной идеей. Тем не менее, как медик, я обязан выразить несогласие с подобным отступлением от принципов Umbrella. Используя паразитов, вы создаете опасный прецедент. Вирусы поддаются контролю. По моему мнению, против любого вируса можно создать эффективную вакцину. Конечно, при щедром финансировании и наличии достаточного количества экземпляров. Но можете ли вы сказать тоже о паразитах? Врачи тщетно пытались разработать вакцину против малярии. Паразиты, подобные плазмодию, генетически гораздо сложнее, чем Т-вирус. Только безумец может надеяться их контролировать. Возможно, в вашей стране считается нормальным покупать автомобили без тормозов. Но здесь, в Америке, люди умнее. Впрочем, вы с вашей ученой степенью по экономике уже наверняка разработали великолепную маркетинговую стратегию, чтобы переубедить всех несогласных. С нетерпением жду вашего доклада на конференции в Берлине в следующем месяце. Мне же остается только искать медицинское решение этой проблемы, которую вы столь самоуверенно спихнули на нас. Значит, его зовут Немезис. Немезис это, мать, это Немезис. Блин, да что такое, у меня как волос куда-то залез? Волос мне залез куда-то. Покусанная бегаешь, неудивительно. Очень вкусненько. Не знаю. Не знаю то, хочу, на меня все нападают. Чё, все орут, кусают? Кому я чё сделала? А тут чё ещё-то, слушай? А, во! Дай лечилку, дай ядрить колупать. Ну чё ты? Ну зачем мне? Так, взрывающий, давай взрывающий мне перед этого. Я хочу взрывающий, чтобы у меня были.
Может его, короче, взрывануть? Он уже, по-моему, подошел ко мне сзади. Сучара местная. Так. Но дело в том, что я там что-то не доделала. Понимаешь, в чем дело-то? Там может быть что-то есть. Найдите антиген, найдите усилитель. Блин. Или там может быть вообще какая-то фигня. А, вон там же, блин, куда побежала? Так, мне надо в ту сторону. Сука, иди сюда. Вот сейчас допиалюсь. Закрывай. Закрывай. Вот что-то было. Во. Пробирка с жидкостью. Он меня сейчас цепанет. Они что, там ужастики собрались смотреть? Образец усилителя. Да... Это контингентом для усиления иммунной системы. Да блин! Нет! Нет! Блин, там что-то еще! Может, надо что-то сделать? Блин, ну все, у меня опасность, у меня капец. Так, а если я... Давай, короче, я их... Вонючий. Я взяла порох вонючий. Все. Так, если он сейчас зайдет, я вот этими в него взрывающими шандарахну. Во-во-во! А чё, он помер? Не, он, смотри, он встает, он правда неубиваемый. Блин, как нам добраться до сохраняшки? Так, тут нету ничего. Пожалуйста, только не помирай. Только не помирай, я тебя умоляю. Угу. Угу. По воскресеньям в 13... Да. Блин, подожди, они сейчас... Они сейчас, наверное, все встанут. Да-да-да-да-да. Зеленая книга. А зеленая книга это что, анимешка? Не, Степа, лайки ставить нельзя. Вот я же Найтбота сегодня настроила, короче, для Ютуба специально. Там прибавила много всего. Ну, много всего. А здесь, думаю, посмотрю сегодня как на Твиче, и потом, короче, его вставлю. Там отдельно надо опять заходить, оттуда выходить, сюда заходить. И вот по итогу-то. И у меня вот здесь лайки, там, конечно, я убрала. Лайки, комменты здесь оставлять, естественно, нельзя. Не получится. Блин, пожалуйста, Мама! О, кто бы знал! Ну нет, только не говори, что сейчас заново это все брать. Пожалуйста, давай, когда мы вышли, это все сохранилось, когда я взяла. Че, это где? Блин! Ну ладно, сейчас быстро возьмем, ладно. Поэтому не надо торопиться бежать, надо было сюда-сюда. Ну блин, дверь закрылась, видели? Дверь закрылась. Да, инкубационная лаборатория! Она пустая! С дороги! Пошел к херам!
О, блин, этих-то я забыла! Все, давай, давай скипнем. Пусть они меня сожрут. Я забыла, что вот эти выходят. Пусть они меня съедают. Да. Я сдалась специально. Я не хочу, чтобы я была покусана 100 000 раз. Не, давай, жри меня, жри. Жри меня. Вот когда говоришь жри, они меня не жрут. О, смотри, нифига себе. Нифига себе, как долго он пытался меня убить, видели? Не надо в упрощенном, я специально так сделала. Я специально так сделала. Потому что я забыла, что, блин, они там все выйдут. Пошли. А чё этот Far Cry 4? Far Cry 4. Будем проходить? Да, здесь у меня... А, все, здесь у меня еще вот это все, 5-10, короче. Хорошо. Хорошо. Короче, двоечка, троечка у меня работает. А, так хотя ненавязчиво про лайки-то напоминаем. Да, да, да. Не, здесь невозможно. Здесь рекомендательные системы, видимо, как-то... Собака, откройся! Я трачу патроны зря. Видишь, собаки серые? Они закрываются. Закрывают свой вот этот вот. Видишь? Все, кирды. Ну так нечестно, откройся! Нет! А, в затылок тебя, нифига! В затылок им надо стрелять, в затылок. Угу. В смысле за 5 минут пройти? Я сама пройду. Ты чё меня тут? У меня все хорошо. Я просто растягиваю удовольствие. Опять. Блин, там опять ползет эта собака. Иди сюда. А, я его сюда выманю сейчас. Смотри, как я. Смотри, иди сюда. Иди, моё. Иди, моя, сюда. Давай, давай, ножки, 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 ножки. Ой, упал, бедный бедняжка. Ножки, ножки, ножки. Куда, 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 куда? Я тут, иди, моя, иди. Давай, 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 давай. Иди сюда. Иди. А он не бьется по колену. Так, быстро-быстро собираем. Быстро-быстро-быстро. Из-за этого вонючего пороха я вернулась. Так, пробирка с жидкостью. Образец усилителя. Добавляется контингентом для усиления иммунной системы. Так, это мы прочитали. Значит, его зовут Немезис. Все. Так, теперь план, как отсюда выбраться. Угу. Про Far Cry 4, там есть способ пройти за 5 минут. Это, короче, Степа, это надо кого-то убить. Замочить главного этого врага своего, да. Я, короче, видела, мы проходили Far Cry 3, и там написано, что если в самом начале, короче, убить Вааса, там показано было как, то все, то пройдешь. Да, да. Угу. Я с Far Cry знаком лишь шапочно. Так что решать не мне, да и для меня игра лишь предлог тебе. А почему ты куда-то деваешься все время, Тоха?
видели, видели? Вообще он меня ни разу не кусанул. Вообще классно. Так, теперь, смотри, теперь надо пройти как-то вот эту штуку. Я сейчас достаю свою вот эту... А что у меня есть-то? Разрывай, разрывные. Там никого не надо? Я веду вам на стрим новых людей. Шивочка, кого ты там ведешь? О, кислотные. Так, давай сюда. Так, у меня есть кислотные, у меня есть вот этого нету, у меня есть нож. Так, у меня рабочие только 1-2. А чё у меня дробыша нету? Пожалуйста. О. Так, еще что-то сделать. Чё еще могу? Ничего не могу. Так, например... Давай взрывающиеся, охота мне взрывающиеся. Я сейчас их буду мочить этим. Потом. Просто пестик. Все, у меня, короче, 1-2. Угу. 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 Бывают проблемки, ты моя-то. Но... Матерь. Молодец вообще. Так, где мне теперь сохраняшка? Мне теперь нужна сохраняшка. Срочно. Угу. Пытается зайти. Она девчонок ведет, Тоха. Она девчонок ведет. Степа там запутался в своих, ага. Так, пожалуйста, сохраняшка. Блин, а здесь-то что? Не, давай я хочу... Где мне можно сохраниться? Это опять там дурдомище. А я и не смогу. А, в смысле не смогу? В смысле не смогу? Стой, я сейчас спущусь, короче. А, так я оттуда же и пришла. Так, а здесь... Где было... Или здесь сохранялка есть? Блин, придется через тех тащиться. Но они меня зашибут сейчас. Да меня сейчас, блин, Тоха возгонит. Я не могу. Мне нужно... Вон где комната хранения, мне нужно вот сюда. Во! Чё, вот-то, блин, я туда и вышел. Во тебе.
Так, там, соответственно, мне надо пробежать вот так мимо-мимо, и там комната. Я какую-то взрывчатку взяла. Подожди. Так, кислотный сычу есть. Да, блин, выйди ты! Там не пройду. Мне надо мимо него пробежать. Угу. Да хитростью нету. Вон! Блин, или опять здесь, да? Чёрт, нет! Так, давай я, короче, их буду мочить. Выведу. Слушайте. Мне же сдохну. Мне надо вон в ту в дверь вонючую. Если я сейчас умру, это будет капец. Сюда иди. Ага, они сюда и не выходят, между прочим. Отцепись, сука! Да ты чё так долго-то от него? Так, вот она. Все, сохранимся, все. Мне главное ж сохраниться вообще. Это главное. Угу. Да заблудилась! А что там, кто-то новый пришел? Я просто у меня про это волосе, ну. Да, давай пожаловать. Кто там? Угу. А, Вика пришла, девочка. Привет. Ой, это хорошо, когда девочки есть. Угу. Втянула. Блин, так. Ну что мне? Так, теперь мы, получается, что сделали-то? У нас есть вот это. При взаимодействии с антигеном ускоряет выработку антител. Это образец усилителя. Все. Теперь, и что-то же еще мы брали или нет? А, пойдем, знаешь, куда? Где эта штука была, куда вставить что-то надо было? Вон туда мне надо, так, хорошо. Если это... Вот сюда я могу ее вставить или еще рано? Обнаружен посторонний материал. Видимо, я пропустила какой-то шаг. Блин, я не сделала. Я что, не нашла, что ли, ничего? Какой шаг? Что там надо было? Надо смешать. А как смешать? Надо, короче, идти туда, где эти штуки всякие. Вика,
Дайте мне, пожалуйста, аптеку. Аптеку хочу. Тут все синее. The X! Здравствуйте, это Вика The X или кто? Да. Девочки, всегда хорошо, было бы грустно. Вообще, Арс, было бы грустно с одними парнями. Вы тут хоть, может быть, немножечко. Стрепенетесь! А сколько лет девочкам-то? Так, там все облутали, комната стерилизации. Блин! Ну да, отсюда выходить, я там что-то не взяла. Надо наверх переться. Конечно, вон туда мне надо наверх. Как мне тут пережить это все свалить? Он маленько, видя... Беги, мать! Ой, тяжело! Ой, тяжело! Очень! Очень тяжело! Так, здесь тоже, здесь тоже. И чё я сюда притащилась вообще? Мне надо вон в ту лабораторию. Так, назад... я здесь не смогу. Я здесь не смогу. Прикинь, зря приперлась сюда. Иди сюда, кусачка. Ну, блин, мне неохота тратить на него вот эту штуку последнюю. Да иди, да быстрее! Здесь очень опасно. Так, подожди, а куда тогда идти? Здесь мы были. Здесь нам не надо. Подожди, здесь у нас все синенькое. Мне надо попасть как-то на второй этаж вот сюда. Мне это надо сделать с этого. Блин, как? Ну вот по этой лестнице вот сюда, вот сюда надо. Даже, по-моему, показывает, идрить колупать. Я заблудилась, если что. Угу. Ой, да ладно, она у 61 всем. В гусей. Блин. А я отсюда попаду только как? Здесь комната хранения, там комната стерилизации, там больше ничего не... А может здесь открылось, нет? Ага. Тут не откроется. Пожалуйста! Нет, надо идти туда, мимо них, этих вонючих. Да, потому что там сохранение, здесь вот это...
все, он меня сожрал. Сейчас, короче. Мы же там сохранились, хорошо? Хорошо, мы все взяли. Сейчас я попробую здесь пробежать. Здесь что-то показывается нам. Вот, мы здесь сохраняемся, классно. Да. Классно, что у меня, блин, очень мало здоровья. Так, первый этаж. Мне нужно... А как по второму-то забраться? Я что-то не понял. Мне вон туда надо, сейчас мне надо пройти. Да отстань! Здесь я запуталась. Сюда же мне не... Куда идти-то? Здесь мы тоже были. Здесь, может, я сюда что-то не ткнула? Нет. Может, какую-нибудь вот эту штучечку? Значит, мне сюда и не надо. Там тоже не надо. А стой-ка, там был вот этот лифт, он рабочий вообще или нет? Ну, блин, я оттуда вышла. Я туда вышла. Сейчас еще раз съезжу туда, посмотрю, может, что-то не сделала. Угу. Закрыто, я все здесь... Нет, я же отсюда вышла. Не-не-не. Тоха, я не могу. Тоха, скажи мне как. Смотри, я запуталась вообще. Куда мне надо себя нести? Вот у меня бывает такое. Я раз и затупила. Здесь, смотри, все синенькое. Бежим отсюда. Куда тогда? Тогда давай вообще отсюда уйдем. Не ту колбу вставила. Так у меня... Степа, ты где был? Степа. Ты где был? Ты где, когда я туплю? Сейчас сожрут. Ну ладно, я помру зато там где-то. Да блин, мразота серая. Короче, я сейчас помру там, где надо. Да, сейчас помру там, где надо. Степа, ты когда я туплю, ты немножко на меня внимание обращай! А я почему-то подумала, что у меня одна, я же две колбы взяла. Все, пойдем вставлять две колбы. Так, а две колбы это где? Сейчас я сейчас буду искать, где две колбы. На втором этаже! На втором этаже две колбы! Вставляем! Ошибка тебе! Ошибка!
Шибкая ошибка. Тебе смешно? Я тут уже полчаса бегаю, Тоха. Тебе вот не стыдно за меня? Я тут туплю, скажешь, какая-то дура сидит, играет. Понимаешь, в чем дело? А какую я столкала? Давай этот. Это с антиген. Обнаружен посторонний материал. Видимо, я пропустила какой-то шаг. А-а-а! Объединить! Да подожди ты, иди, Кир. Конечно! В смысле, что тут такое? Это еще не конец! Да блин! Это как головоломище сейчас будет! Сперва думал, мало ли, надо что еще взять. Это надо смешать, Степа. Мы взяли две колбы, их смешали. Баунти? Тогда почему каждый миг с тобой как райское наслаждение, боже? Викуся, это ты? Блин, почему у вас ники такие, фиг поймешь? За Икс, это Вика или нет? А я Баунти, да. Так, подожди, что тут надо делать, боже мой? Я сейчас тут умру. Так, это мы переключаем. Это мы... А-а-а, и чё? Да подожди-то, я хотела не так сделать-то. Все, здесь мы остановились с вами, друзья мои. Это все. Хайт высокий. Не знаю, как было, не спрашивайте. Как у меня получилось, я не знаю. Извлеките емкость. О, какая красивая! Извлеки ты ее нафиг! Даже в шутку так не думай, что мне за тебя может быть стыдно. Ты что, такой девочка, можешь только гордиться? Тоха. Вот, Викуся. Вика, сколько тебе лет? Если не секрет. Степа, ну что скажи, я вообще мега-мозг. Я мега-мозг. Я думала, все, тут будет кранты сейчас. Все, капец, капец, капец. Мы его... Босс? Босс? Мне надо траву. Сбегите из комплекса! Какое-то чудо происходит, я эту дуру не видела, она сама меня туда притянула. Быстро прошла! Молодец! 15 вовика! Мне почти столько же! Ну, плюс 3 годика мне. 15 плюс 18. Блин, чё? Я давлю. Что происходит? А что в смысле? По-моему, у меня... Я же давлю? Или надо сильно тыкать? Нет, это не надо сильно тыкать. Тут держать надо или чё? Вот это когда на этом нажимать. Я сейчас умру. Делать!
это чё, я не понимаю? Это что такое? Быстро? Так я уже пробовала быстро. Нет, это надо, когда вот это вот, вот, видишь, да. А, вот, смотри, ты... Кликать надо. Нет, я поняла, что вот. Нет. Да что делать-то? Она когда... Кнопка? Так я вижу, кнопка на экране. Я нажимаю. Я так и делала. Просто вначале... Я не тупая. Просто там был такой перерыв. Значит, чик-чик, чик-чик. Я сначала думала, что сначала надо чик-чик, а можно было без этого чик. Можно было сразу чик нажимать, когда оно вот такой кругляшок. Чик. Я все усложнила, как обычно. Сохранялка! Так, короче, дай мне траву. О, спреюшка! Спреюшка! Да-да-да! Жить хорошо! Так, берем боеприпасы, короче. Все на свете берем. Так, еще что-то есть. Может быть, какая-то записня? О, лечебный спрей еще дали. Классно, кайфно. Так. Да. Так. Все. Теперь я перезаряжу, короче. Смотри, у меня зажигательный и кислотный. Я хочу зажигательный, поменяй. Взрывающиеся я себе пока сделаю. Потом уже там как пойдет. Здесь у меня это все нормально. Здесь у меня... У меня даже у дробыша есть. Да. Молодец. Да, спасибо. Да. Да, а вот Арс прикалывается. Арс прикалывается. Мы гордим все там. Типа я типа, ага. Ну все, я поняла. Я тебя не люблю.
Да, смогла. Спасибо, Викочка. Угу. Да, Тоха, я такая. Ужас, ужас, ну пойдем, блин. Там какой-то бумера... Ой. Господи, что это такое? Здесь сейчас будет босс. А я, Шивочка, это, наверное, вот так пронеслось. Все. Напиши еще подкат твой. Арс, я тебе не верю. Ты обманщик. Ты меня уже несколько раз... Тоха, Арс сказал, что я некрасивая. Было дело. Было. Было такое дело, прикинь. Он сказал, что я некрасивая. Так, короче, сюда. А, ну, нам теперь только на лестницу спускаться туда-сюда обратно. Да-да. Да-да. Я не верю тебе! Я тебе не верю. Это же у кого? У Лепса? У тебя в локоны? Да кто, а тебе нравится вот эта моя? Или больше черные волосы? Вы столь же прекрасны, как распускается цветок по утрам после ночного дождя. Шивочка, спасибо тебе, моя хорошая. Спасибо. Да, меня с утра полили, и я распустилась, да. Я совсем распустилась, нафиг. Но я вот тут вот, короче, пробегу еще, посмотрю на всякий случай. Ладно, тут ничего нету. Угу. Угу. Степа, ты потому что не знаешь, что он говорил? Было! 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 Я все помню! Я не злопамятная, Арс, но память у меня... О, что это тут у нас? Хорошая. Николай, не смей! Городу нужна эта вакцина! Больше, чем мне? Сдается мне... Николай, все Николай, уроки жизни, Николай. Которые я тебе давал, были напрасны. Да, жизнь человека бесценна. Маникюр испортит сейчас. Но я здесь, чтобы зарабатывать. Давай договоримся. Ты идешь и сражаешься с Немезисом, а я все битва. Записываю и продаю боевые данные. Ужас. Устрой хорошее шоу, и, возможно, я отдам вакцину. Согласна? Mm-mm. Отлично. Все, капец. Так, короче, берем боеприпасы, какие у меня. Это битва последняя. Ну, наверное, да? Наверное. Каждому прекрасное сверкаешь ослепительно, как бриллиант. Но мне больше нравятся черные, если что. А че он куда-то шиво собрался, Тоха-то? А, Арс куда-то собрался? Арс куда-то... Нет, он деловой. Так, ладно. Я бегу или нет, мать? В смысле, ты что, не выстрелила? Давай меня! Ты пока перезаряжь, да чё стоишь-то тут вообще? Ну? Так, это кислотный? Что у меня ещё, зажигательный есть? Во-во-во, ты чё на? Так, ты себя плохо чувствуешь? Внимание! Но у меня что? У меня две аптеки. Давай! Так, что еще я могу себе тут сделать? Ничего не могу.
Джилл, это ты? О! Карлос? Ты жива? Карлос, я мне нравится Карлос. Отлично. В смысле направлять? Ва-ва-ва-ва-ва! О, господи! Берегись, к тебе гости! Он со вторым баком! Номер два! А, блин, ва! Ой, блин! Все, я понял, что я не так делаю, Джилл, все. Держись! Я понял, как здесь надо. Он будет говорить, где, на каком он баке, его надо хлестать. А, не то, что хлестать, надо, скорее всего, он будет с этих баков прыгать, и мне надо оттуда убегать. Правильно, правильно. Ой, ну конечно, Тоха, и так фиг прогоните. Ты куда-то теряешься постоянно. Не, Арста, он чё, хотел уйти или чё? А почему он ушёл? Он чё там писал, что уйдёт, Шивочка? Ох, этот негодник. Не надо мне упрощённый, не надо. Так, короче, давай, последнюю битву. А, блин, я отсюда. Так, ладно. Делаем взрывающиеся. Здесь-то я взяла уже или нет? Да, здесь я уже все взяла. Здесь оно... Да, поехали. Угу. Ну, Арс. Не бери грех на душу. Если ты уйдешь, я открою свою шкатулку проклятий. И тебе будет плохо. Да блин, ты долго возвращаешься, Тоха, очень долго. Арс, ты не нужен Стёпе. Пропустить давай, давай сразу. Я собираю сначала, короче, все хожу. Патроны какие-то пропустила там. Рука какая? В смысле, блин? Так, у меня что? У меня хорошо, между прочим. Джилл, это ты? Так, у меня дробыш что, на третьем? Я буду направлять тебя. Обалдеть, отлично. За номером он один. А можно в него туда стрелять за номером? В смысле, сожрал? Он...
Он так тоже может? Так, ну давай пока не буду я. Блин, не, давай буду. Еще иду. Блин! Номер 8. Да блин, зачем я тут стою? Блин, все, я померла. Не поминайте лихо. Чел, держись! В смысле держись? У меня лечилок нету. Да беги ты, мать! Так, а может быть здесь поискать лечилочки? Иди ты! Я сейчас хочу лечилки найти. Блин, я тут все собрала, походу. Я все собрала. Я все собрала, лечилок нету. Угу. Блин! Не верю в проклятие. Угу. Прими мое, прими на покаяние. Да правильно, Тоха, ты там их это. Еще еще свадьбу не. Мы хотим с Тохой гулять на свадьбе. Мы хотим гулять на свадьбе. Прям. Ой, я бы так погулял. Я бы прям так от души. Короче, сейчас попробуем еще раза два и на упрощенку пойдем. Не, а чё на упрощенку-то нельзя, наверное? Он не нужен Стёпе вообще, зачем он ему нужен? Сдался он! Так, всё, пропускаем. Из этих дыр же вылазит! Джилл, это ты? Блин, я что, зря фигачнула одну? Ты жива? Я буду направлять тебя. Отлично. Хочу сейчас попробовать. Он за первым баком. А я его там вообще не вижу. Где за первым-то? Номер один. Пожалуйста, сдайся мне! Как в смысле у меня есть лечилок полно? Мать, давай! Лечилок полно! В смысле полно? Тут еще же где-то одна есть лечилка. Блин, нету что ли? Так, пойдем в поисках лечилок.
Вот стой! Еще иду! Подожди! Номер 5! Колбасил уже! Я умру. По бакам? А какие баки? Баки? Скажи мне! Беги, мать! Так, мы все собрали, все собрали. Да, по бакам, надо, когда он там... Все, я понял. Надо, когда он там, стрелять куда-нибудь. Беги уже, я хочу попробовать! Так, ну-ка давай! Еще идут! Да блин! А он где? Номер 4! Да! Опа-на, нифига себе, как я! О-о-о! Ты-то свали нахер отсюда, корова! Только не сейчас! Не сдавайся! Ты его почти добила! Так, давай еще залезть! О-о-о-о! Так, сейчас! У тебя гости! Справа! Все, я поняла! Я поняла свою ошибку. А гранатомет? А зачем гранатомет? Он же так фигачил, хорошо. Да, все, это я понял. У меня потому что все равно не хватило бы жизни, вот это все дела. Можно из пистолетика, кстати, по ним стрелять. Зачем? Я вот эти взрывающиеся, все, сейчас пройдем. Делаем ставки, господа! О, господи. Так, уши воткнем, попьем и поедем. Давай. Направлять тебя. Отлично. Давай!
Блин. Берегись, к тебе гости! Он за четвертым баком! А он что здесь? Подожди, у меня уши ушли. У меня уши ушли. О, кто-то там чай пьет. Приятного чаепития. Да. Тоха, приятно. У меня уши выпадают. Я потом не слышу. Может, какие-то подсказочки говорят. Они. У тебя гости. Да блин. Опасно. Она не может уходить. Все, я не могу. На нем. Че, все ждали? Не-не-не-не-не-не-не! О, нет! Ну же! Давай! Джилл, назад! Залезай! А вы думали? Я проиграю, что ли? Не, он сейчас, наверное, не сдох еще. Растворю уёбка в кислоте! Ты думаешь, это победа? Ну да, кстати, если его в кислоте растворить, скорее всего. Ну мы его на протяжении всей игры фигачим. Чё, да? С первого раза. Отлично, встретимся наверху. Те были просто попыточки для разгончика. Николай, я иду за тобой. Еще с Николаем битва, нифига себе. Или чё она? Так, подожди. Нету. Стёпочка, пока, мой хороший, пока. Спасибо, что был. Пока. Удачи тебе, удачи. Ты это, не забывай. Если я там выложу, короче, видос на YouTube, вот эту запись, комментики оставляйте. Да. Вас Тигран прокис. Надо забрать у него вакцину. Угу. Чат Забаву Арсу не... Да, да, Забаву Арсу вообще не обижать. Фу, сохранялка.
Не, здесь, наверное, уже все, да? Здесь, наверное, уже заканчиваем. Да. Характеристики оружия. Короче, название. Ферромагнитный пехотный рельсотрон нового поколения. Главный разработчик, ведущий разработчик НЭС-2, полковник Гарнет. Вспомогательный разработчик армия США. Калибр 60, начальная скорость пули 6000. Подавление нового биооружия в случае эпидемии. Дополнительная информация. Чрезвычайная огневая мощь позволяет полностью уничтожить цель. Потрясающая штука. Тиран бузит, погрозите ему фингер, и проблема решена. Великолепная огневая мощь, не помешала бы более тонкая настройка. Низкая мобильность может стать проблемой в полевых условиях. Может платформу улучшить? Требует несколько источников энергии, что сложно обеспечить в бою. Можете объединить источники? Ой, спреюшка. Так, хорошо, у меня, короче, спрей есть, но у меня патронов теперь мало. Патронов теперь мало. Блин, что-то еще порох где-то. Где тут был порох? А, во! Так. А если... Подожди, а что вот этот не объединяется с этим? Получалось бы хотя бы что-то, как дробыш. Как дробыш бы получился. Да, да. Угу. Завтра-то в какую игру будем играть? Кто знает? Нет, вот сейчас ты же играл, Тоха, это, наверное, конец, да? Это, наверное, конец, уже близок. То есть переносить смысла нету. Ой, блин! Тут какая-то штукенция, не дай бог, будет опять какая-то битва. Но я главного победила же. Победила же. Может быть, она сама сейчас ему... Выстрели ему. Все и кончено. Все. Да, давай. Отдавай вакцину, больное блюдо. Давай вакцину. Не-не-не-не. Ты приносишь деньги, а я люблю деньги. У нас впереди еще много работы. Опусти пушку. Уже вот он. Так, это что такое? Да ё-моё, еще один. Ты хоть когда-то видела подобное? Данные о нем стоят миллионы, но... Так он сожрет сейчас. Город вот-вот взорвут. Блин, еще? А жизнь человека бесценна. Удачи! Блин! Николай! Вот собака. Чил! Останови Николая! У него вакцина! А как же ты? Время на исходе. Я справлюсь. Я не смогу! И не сомневаюсь. Я думала, тот последний. Слушай, чтобы ты знал, это последний, блядь, раз. Это не поможет. А что в смысле? О! Открытие ответа. Другое. А в смысле, что здесь? Так, я какие-то отсеки, короче, открываю. Это все? Нет, ну такое я люблю. Такое. А еще? Блин, еще? Черт, не хватает питания. Да блин! Еще? Давай! Блин, надо вон те его штуки. Надо, короче, бить в красные штуки, да, втыкай на место, да, я втыкаю на место, это последняя тварь, сейчас можно задвигать на, да, все, это я поняла, да, но, получается, он мне не дает,
Он мне не дает это сделать. Надо ему хлестать по этим красным, которые выпуклые получаются у него. Правильно, правильно. Так, я тут все взяла? Все взяла, давай. Короче, здесь нету. А сделать зажигательные тоже нету? Нету. Короче, первую мы вообще не трогаем. У меня есть только патроны и дробыш. Ну, дробыш, ладно, давай патроны. Я ж туда бегу-то? А, ну да, ну да. Ой, блин, наоборот. Я уже назад побежала, короче. Я думала, не месяц вот этот вот последний. Так нечестно. По пузырям, да, и он немножко расслабится, видимо, по пузырям, когда стреляешь. И можно вот эти задвигать. Потом бежать. Ой-ой-ой. Тут целая схема вообще, целая система. Так, давай. Пропустим. Открытие отсека. Другое дело. Давай, короче, я тут все соберу, пока что кого. Ой-ой-ой-ой. Мне интересно, как она эту пушку берет. Она эта пушка вообще. Тяжелее, как я не знаю кого. Активируйте источники питания. Черт, не хватает питания. Че приготовила, Шивочка? Что, понравилось? Еще хочешь? Блин. Так, блин, их тут нифига надо как задвигать-то. Блин, вон ту штучку я... Или он мне не будет тут давать? Будет давать, хорошо. Штуки, хорошо. Два источника питания. А чё это? Достаточно энергии. Блин, надо все активировать. Всё, я поняла. Это мы его обездвижили вот этими штуками. Блин, а сколько раз? Три раза, наверное, надо фигачить. Остался один источник питания. Блин, время потеряла. Ну давай, тебе со мной не справиться. Перезаряжай! Так, давай. Блин, как далеко он находится. Но он хотя бы полеживает долго. Да. Все источники питания активированы. Но я помру, потому что... Пожалуйста! Я думала, она будет три раза вот это все делать. Ну, мне понравилось, слушай. Аривидерчи. Яишенка с черным хлебушком. Ой, вкуснота. Верните вакцину. Но дело в том, что я болею.
смысле, а куда вернуть вакцину-то? Куда мне тащиться-то надо? А-а-а, прямо сюда? О, лестница! Сейчас, наверное, просто дело техники. Откармливать вкусненьким. Блин, только пожалуйста, давай никто не будет ко мне заходить. Вот под эти ошметки тоже, наверное, не надо попадать. Нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Надеюсь, Карлос остановил его. Карлос, помоги мне! С целым желточком? Я еще смогу догнать его. А я люблю эти всмятку, которые... Всмятку. Обожаю вообще. Смяточное все. Так. Мне бы лечилочку, пожалуйста. Слушайте, у меня все игры, я прошу всегда лечилки. Мне их всегда не хватает. О, нет. О, нет. Он их, короче, замочился, да? Блин! Ты меня не остановишь. Это ведь твое, да? Мое! Нет! Ты хоть представляешь, что натворил? Плевать, совершенно. Мой клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного удара. Блин, ракетный Ракета удар? Ракета запущена. Надо мне бежать. Пора. Мне тоже. Прощай. Ой-ой-ой. Джилл Валентайн. Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. А-а-а, Карлос! Тоха, мне вот этот мужчина вообще нравится, Карлос! Смотри, вот с такой причесочкой, который нас спас. Как он тебе, смотри? Мы же здесь за него играли! Мне вообще нравится он. Джилл! Стреляй! Не могу! Тебя заденет! Давай! Бошку! Ты должна! Дай мне, я попробую! Нет. Карлос! В смысле, я что, промазала? Ну он потому что вот так вот ходил, Рубин. Эй, жестоко оставлять тебя в мире без Карлоса. Блин! Слишком жестоко. А что это? А, я в броник попала, в броник. С ним что? Можно было даже не целиться, наугад стрелять. Почему? Ради чего? А я пыталась что-то там стрельнуть. На все есть своя цена. Да? Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу, если вытащишь меня. Заплачу, ну, сколько блин. захочешь. Вот я почти такой же, только поплотнее. Ты седой. Дура! Если я умру, тебе не узнать правду. Поработаю немного детективом. Тоха, я сомневаюсь. Нет. Я сомневаюсь, что ты такой. Смотри, мой симпатяс какой-то. Пока! Сейчас туда ракета прилетит, да? Борода побольше. Джилл! Ты цела? Вот и она. Бум! Сейчас будет большой взрыв. Да. Пишите пока, как вам игра. Мне вообще понравилось. Какой-то, например, резик выбирать. Все кончено. Второй. Вот мы прошли второй за Клэра и за этого пока, Леона. Братишка.
Третий ремейк, четвертый, седьмой, восьмой. Лепота? Когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей. И причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность. Тоха, кстати, я... И тогда я решила... Сейчас скажу. Пепел Ракун-Сити станет и пеплом Амбреллы. И я уничтожу их раз и навсегда. И навсегда. Ну, Забавка умеет уничтожать, и мы с этим справимся очень легко. Ой, еще что-то смотри. Это мы как трофей взяли ее. Сучку эту. Результаты. Короче, 11 часов 35 минут. Смертей 24. Так, а чё как? Подожди. 24, кстати, не так уж и много. Это магазины. Короче... Ты вот написал, Тоха, что у тебя качалка с турником, бетонными блоками, с грифом вместо штанги. Качалка с турником. Но у меня тоже на улице такой своеобразный маленький спортзал. Спортзал, да. И я решила с завтрашнего дня... Я сегодня с этим ютубом тут профигачилась, короче, и настраивала бы, что... И в итоге он не запустился. С завтрашнего дня я тоже буду качать бицу. Да. Шивочка, ты занимаешься спортом? Скоро буду второй Халк Хоган. Да, это, знаешь, это же вообще, Тоха, очень сложно. Это очень сложно. Это надо все в кучу. Во-первых, это надо... Дисциплина была, чтобы это постоянно делать на протяжении всей жизни, форму эту поддерживать. Сначала ее сделать, а потом всю форму эту свою поддерживать надо. Потом это же есть надо, вот эти белки, жиры, углеводы соблюдать. Там, или ты накачаться хочешь, или наоборот схуднуть хочешь. Короче, свои упражнения там для каждой группы мышц. Ой, ой. Это вообще капец. Это вообще капец. Ладно, ну тебе понравилась игра-то? Как игра? Мне понравилось. Мне понравилось. Я вот не знаю, что играть завтра. Хотя мы ее прошли за сколько тут? 10 или 11 часов было написано. Но слушай, мне показалось не так много. Мне показалось вообще не так много. Мне не успела игра надоесть. Вообще-то. Не успела надоесть. Поэтому мне нравятся такие игры. Ну, гуси. Не хочу гусей. Может быть, давайте завтра. Я потом, короче, в телеге напишу. Я сегодня поищу, завтра поищу. Что-нибудь такое, охота, знаете, не знаю. Может, какую-нибудь игру попробуем, головоломку, чтобы вместе... как сказать, я ж тупить буду? Или нет, головоломка будет сильно, сильно, наверное, утомительно. Даже головоломка, наверное, будет сильно утомительна. Что же нам поиграть? Я не знаю. Не знаю. Ну все, Забавушка, упариваемся в кач. А по поводу того, что и как качать, я знаю очень неплохо. С юности, с гантель. Так я тоже. Я этот вопрос специально изучала несколько лет назад. Я этим занялась. Вот. Расти Лейк. Блин, что-то знакомое. Это что, головомотня? Головоломка, да? Расти Лейк. Прости, что-то такое. Прости, господи, как будто бы. Расти Лейк. Головоломка, какой ужас. Ну, короче, у нас, по идее-то, у меня в эпике полно игр. А мы вообще будем проходить... О, смотрите, давайте сейчас вот это 5 сек. Как, или, может быть, голосовалку сделать на Твиче, говорю, на этом, в телеге. Вам нравится игра Сома? Или вам нравится игра Чужой? Вот такого плана игры. Вот этот Maid of Scare, мне кажется, она... Ну, блин, она скучноватая. Она скучноватая. Она, блин... Скучная. Я прям не знаю. Мы прям все уснем. Там нечего пообсуждать даже.
Сома тоже, походу, она какая-то такая. Блин, Чужой, он тоже какая-то ходилка-бродилка. Я бы у Селмера взяла ее. Чужой, кстати. Да. Сколько от груди жмешь? Короче, я приседала с грузом 30 кг. А сколько, слушай, я забыла, сколько я от груди-то вала. Ну, тоже нормально, для моего веса, очень много. У меня же 53, а тогда было и того меньше, прикинь? Да. У меня бедные коленочки вот так вот тряслись. Да. Черные картинки? Арс, у меня, кстати... Я же могу взять компьютер, который потянет это все. А чё мы метро не будем? А метро не будем мы проходить? Эксодус. Ну его нафиг, да, наверное, метроха. Метро. Потому что если я возьму компьютер, мы можем это метроху пройти. Ну как по мне, так Сома получше Чужого. Сома получше чужого. Можно на камеру... Шива, если, короче, я втянусь в это дело заново, то вполне возможно потом когда-нибудь что-нибудь в телеге и будет. А потом, может, и на бусте, когда, короче, забавушка качнет себе бицуху, переднюю поверхность бедра, заднюю поверхность бедра, икры. И потом буду кентавром, короче, на бусте выкладывать. Во. Мне очень нравятся вот эти фитоняши, которые вот, они еще не перекач, но у них видно прям, что они, блин, качи-качи. Но не перекачи. И метро можно... Да ёлки-палки. Не надо такое просить у парней. Восторгов мониторы забрызгают. Это, слушай, Тоха, это я, если сейчас просаду. Я вся размужусь, как вот этого последнего босяру. Все, это капец, это без подготовки нельзя. Это надо с небольшого начинать большое. Ладно, мои хорошие, короче, ну вот, поздравляю с прохождением. Если я сегодня YouTube сделаю и закину туда трансляцию, пожалуйста, зайдите, оставьте коммент любой. Да, запись стрима оставлю. Да, это первое. Второе, я сегодня покопаюсь и завтра, охота какую-нибудь игрушку интересную, чтобы прям вот можно было ее пообсуждать. В Maid of Scare, который мы играли, там нечего обсуждать, там все темно, там скрываешься, короче, ходишь, читаешь вот такие листы записни. Это очень скучно. Я поищу что-нибудь другое, чтобы мы вместе с вами что-то где-то кого-то как-то. Вот. Пока, мои хорошие, все, спасибо, что были. Да, всем добра, хорошего настроения и, главное, крепкого здоровья. Разогрев, конечно, необходим, обязательно, да. Я хочу вот здесь, подожди. А как мне сделаться? Я смотри, как хочу. А вот так вот сделать. Оба. Сердечки хочу бросить вот здесь на Твиче. А чё? Я не могу выйти. То. Ну и то у нас сегодня тут было хорошо. Не всегда столько есть людей у нас на Ютубе было, да. Не всегда. Да. Нельзя рваться. Вот, это вам сердечки. Где оно у меня? Ну-ка покажи, я буду пробовать. Так. О, едь вам, сердца мои. Да, спасибо, мои хорошие, спасибо. Все, до завтра. Завтра также в 11 по МСК в телеге все напишу. Тоха, в телегу иди, это первое. А во-вторых, мне в Дискорде напиши, чтобы я тебе скинула там все правила. Все правила поведения твои. Твои у нас. Все, мои хорошие, пока. Все. Чмоки. Пока. Ой, а в смысле, а что? Бан какой? Что за бан? Боже мой, я нажала какую-то кнопку. Какой-то бан прямо, блин.
Я просто нажала, Шивочка, вот это, превьюху свою поставила. Ну, капец, у меня в чате бан-бан-бан-бан-бан. Ой, все, давайте выходим, иначе я что-нибудь натыкаю. Все, пока, мои хорошие, пока.